И гони нас, дядя, из подъезда. Мы не будем больше громко петь. Мы не будем больше пить, материться и курить. Ну а если вдруг захочешь, сам лучше нас не приглашай. Мы прощаемся сегодня с ним. Я думал, у нас в запасе еще как минимум лет 5. Я был просто уверен, что у нас хватит время попить пиво и поболтать. Но вот я вижу твою спину с трафаретом, не скучай. Этот стиль побеждает страх. Это дивная, злая, смешная эпоха. Нас с тобой.